И вот смотрите. И вот что мы видим. Наркотики в ручке чемодана. Часто то, что не может увидеть рентген в аэропорту, удается найти собакам. На работе их не могут отвлечь даже запахи мяса. Только наркотики и крупные пачки денег. Когда четвероногий боец чует находку, он может лаять, замирать, царапать. Это русский охотничий спаниель Джесси. Ей 3 года, и почти всю свою жизнь она работает в таможне. Кстати, у нее прекрасная родословная. И отец, и дед Джесси тоже работали в таможне долгое время. И, кстати, у нее уже есть племянники, которые тоже работают в других регионах и тоже в таможне. С ними постоянно занимаются. Обязательный выгул, обязательное ветеринарное обслуживание. Естественно, кормление, причем кормами премиум, супер-премиум класса. Не все домашние собаки получают вот такой уход и заботу своих хозяев. Джесси – лишь маленькая часть большой команды алтайских таможенников. Здесь, в Барнаульском аэропорту, который получил статус международного еще в 1995 году, сотрудники таможни в основном принимают чартерные рейсы туристического направления. За этот год границу в обе стороны пересекли около 16 тысяч человек. Интерес таможенников обычно вызывают следующие пассажиры. Из характерных нарушений, которые мы выявляем, это, соответственно, лица, которые следуют на выезд из Российской Федерации, в которых имеются ограничительные меры, наложенные судебными приставами Российской Федерации. Также из категории иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, выделяются это лица, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на законных основаниях, а также следующих по недействительным документам. И хоть Барнаул считается спокойной воздушной гаванью, в ситуации все же бывают всякие. Например, один из пассажиров как-то пытался ввести живых птиц в своих носках. Иногда люди привозят домой более 3 литров алкоголя. С Вьетнама женщины часто пытаются захватить экзотические растения. В доковидное время это примерно 40 случаев в год. Мужчины везут из Турции и Таиланда кастеты и ножи. Граждане Таджикистана все лето пытались провести на свай. Всего изъяли более 70 килограммов. Все уничтожается по решению суда. А вообще, говорят таможенники, пассажиры в большинстве все свои, все спокойные. Личный состав приходится постоянно ориентировать на то, что перед нами, ну, в первую очередь, люди со своими эмоциями, со своими переживаниями. Что-то у кого-то произошло, что-то не получилось. Вот. Эмоции в первую очередь, скажем так, принимаем на себя мы, потому что живых людей в форме, в пункте пропуска, да, во-первых, они ведут нас все-таки. Ну, после того, как сошли с борта. За 1,5 года пандемии в спокойном и ламповом аэропорту имени Германа Титова пассажиропоток значительно снизился. Но работа у этих людей есть всегда, каждый день и каждую ночь. Кстати, через несколько дней, 25 октября, они отметят свой профессиональный праздник и 30-летие Федеральной таможенной службы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.